Платина может стать доступнее, разработана новая технология добычи благородного металла. Метод принадлежит ученому, уже известному своими изобретениями, Виктору Петрику. Он и продемонстрировал процесс в лабораторном комплексе под Петербургом. За химическими реакциями наблюдали коллеги Петрика и наш корреспондент Дмитрий Копылов. Перед нами изобретение Виктора Петрика. В этой капсуле за моей спиной выделяется платина при температуре 300 градусов. За час работы установки на стенках колбы осело уже несколько граммов вещества. В обычных условиях, чтобы достичь таких результатов, требуется несоизмеримо большее время. Сегодня на добычу чистой платины в России уходит от 1 до 6 месяцев. По словам Виктора Петрика, с помощью его технологии можно сэкономить полвека. Ученые признаются, чтобы математически рассчитать формулы проводимых Петриком реакций, им потребовалось бы не менее 60 лет. Самому изобретателю помог эксперимент. Я закачивал газ и через несколько часов смотрел, где что-то осело. Я потерял только год. Значит, я получил возможность, вы помните из школы, что платину можно растворить только в царской водке. Я получил технологию. Это газ, в котором растворены все металлы платиновой группы. К слову, царская водка не застольный напиток, а смесь азотной и соляной кислот. Новая технология уже получила 2 патента в России. Чтобы ее признала мировая научная общественность, в лабораторию во Всеволожск пригласили делегацию именитых химиков из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и других стран. Ученые мужи показанное им, похоже, оценили. Однако без научных дискуссий не обошлось. У вас есть какая-то научная работа, публикация? Only patent. Two patents. Only two patents. А у вас научные публикации есть? Вы живете публикациями. То, что было нам показано, это представляет довольно интересные результаты, которые, видимо, должны быть еще больше исследованы, прежде чем мы можем это предоставить на рассмотрение большому количеству членов нашей ассоциации. Вердикт научное сообщество планирует огласить в течение недели. При положительном заключении изобретения могут рекомендовать европейским компаниям. Ну а на родной земле автоматическую установку Петрика по выделению и разделению так называемых платиноидов используют уже давно. Самыми смелыми оказались работники одного из петербургских предприятий. Все это было сделано не на пустом месте. Была масса экспериментов. Вот стоит более такая упрощенная установка. Уже удавалось получать отдельно металлы. То есть пытались сделать прототип промышленного образца. Вот, вроде он сейчас работает. По словам ученого, новый метод хорош и тем, что не вредит экологии, да и затраты на производство металла в несколько раз ниже. Дмитрий Копытов, Альгердас Микульскис, Владимир Клепачев и Андрей Соколов. Новости. Санкт-Петербург.